Чтобы вам показать баг, мне нужна инфа по старому ивенту. Я сейчас его попробую найти. Сейчас я попробую объяснить вам в двух словах. Был ивент новолуние, да? Вот вы мне его сейчас все скинули на стриме. А, я так понимаю, там нужно было просто покупать наборы. И при покупке наборов там открывались скины, правильно? Плюс еще давали какие-то плюшки. Что я его пропустил, как говорится. То есть там были и аватарки, и эмоции. Я же правильно смотрю ивент? Вот он ивент. Он делился на 4 стадии, да, я так понимаю. Вот здесь луна, типа бла-бла-бла. Да, да, все правильно. Новый ивент, который, я так понимаю, датамайнеры еще не нашли. И никто еще не нашел. Он будет точно такой же. Он будет точно такой же. Там будут скины. Собственно, у человека из чата, подписчика, забагалась игра. И он при входе в игру, справа вверху есть баннеры в игре, в лобби прям. И они у него появились там старые. Те, которые были когда-то. И когда он по ним перешел, он увидел новый ивент, которого еще нет. Я вам сейчас покажу видео, да? Что мы видим? Мы видим вот это вот лобби. Вот такое вот лобби, да? Где награда коллекции будет кукулькан. Те картинки, где написано темп, то есть, понимаете, да, этих картинок еще нету. Значит, это какие-то новые скины. Но мы видим на кого. То есть, скорее всего, они будут на кого? На Ктулху, на Цербера. И финальный будет опять кукулькан. Просто вот вопрос, непонятно. Добро пожаловать к друзьям в Смайт. То есть ивент будет как-то связан с друзьями. Открывайте облики, чтобы получить награды. То есть то же самое. Вот, да, сделаны они в виде комикса. Вот, выглядит это все примерно так. Соответственно, мы видим скины, они будут новые именно на этих богов, да. И ивент будет связан как-то, ну, с друзьями. Название друзей и все дела. А на вкладке, то есть когда мы нажимаем на кукулькана, мы видим еще вот такую штуку. Там будет пьедестал. Давно, кстати, не было пьедесталов, да? Будут сундуки подарочные. Это купоны. Это, по всей видимости, купоны, которые можно будет подарить другу или отправить как-то. Или просто у вас будет, ну не знаю, подарочный купон, голосовой набор. То есть там какие-то будут купоны. Эти купоны, их можно открыть или отправить. Или вот непонятно. Что с ними можно делать? То есть здесь голосовые наборы, эмоции, сундуки невероятные. В мифологии во вкладке ничего нет, естественно, пока, потому что еще не завезли. Но, опять, мы что видим? Мы видим лор парт 1, то есть там прям история будет. Как обычно они делают, то есть, ну и понятное дело, что это что-то новое. И здесь в правилах, читаем все внимательно. Добро пожаловать к друзьям в Смайт. Это мероприятие посвящено дружеским отношениям в Смайте, в том числе между нашими новыми лучшими друзьями Эмиром и Данзабура. Помните, я делал разбор новых богов, которые когда-то будут. То есть это ивент, почему он новый? Потому что это коллаборация нового бога, предвестник, так сказать, выхода нового бога. Понимаете, да? То есть этот ивент еще, видимо, будет не скоро. Они просто не разлей вода, Данзабура и Эмир, получается. В рамках этого события вы сможете приобрести в общей сложности 6 эксклюзивных обликов. То есть будет 6 скинов, да? Которые будут выходить по 2 каждые 2 недели. Собственно, точно такой же ивент, как и был с Емайей. Сразу после выхода каждый облик можно будет приобрести со скидкой. Ну, это логично. Ну и дальше награды. Загляните во вкладку наград на странице события, чтобы узнать, насколько вы близки к очередной награде и что именно вы получите. Остальное все по стандарту. Самое забавное, также при покупке облика друзей Смайт, то есть вот эти скины с 25% скидкой, вы получите подарочный купон на определенной категории. То есть эмоции, наборы, облики и все остальное. Купон позволяет отправить подарок игроку из вашего списка друзей или новому знакомому из лобби после окончания игры в знак благодарности за игру. Это очень прикольно, на самом деле, типа, за ивент вы будете покупать скины. Скинами вы будете, ну, приближаться к какой-то конкретной награде или к наградам. И при этом у вас будут купоны, которые вы будете отправлять друзьям, собственно, которые будут получать от вас же плюшки. Ну, такой вот спойлер. Такой вот спойлер, не знаю, нашел подписчик. Я думаю, это интересно, потому что что нам показывает вот это вот все? Нам показывает то, что скоро будет новый ивент, там будет 6 новых скинов, там будут всякие пьедесталы, рамки и все остальное, и при этом там будет коллаборация с новым богом. И следующий, я так понимаю, будет Данзабура, все-таки ролик я не зря делал, и кто не видел ролик, можете его пересмотреть у меня на ютубе. Там есть небольшая инфа.
Как-то так.